зелень шапака утихала. Синаном, синана тыша, отхавара. Сидакуса, сидакмаша, тельтабаля хербуэс. Бикуадын кожаха, хачёвня харбаля. Сихаклик гайква пашаш, шына абуасы паш. Итани сехай гуха. Ты горжущий хабхаши, хабхава шапси гунсуш, а в соме жукча сихака, а на дальку взяшел паш, вот ты с ней вальзитаж, марат и марат спутыша, а где умерха паша. Пусть зеква, кенчус, ватва гуфа, Уша матруа ха гасу, Саша матруа ха пашаша, Арадыга хая ха гусу. Жалобы с нас, аж не сихотру. Захотворял уже сам.
Ай, родина,
Шасрами Варко, Нахнифалари Гавко, Нахнджасам Чамахо, Гуми Харима Гойжва.
Ich
تيك ودواجيجر كما شبحان ونشبحان يرافو ياشخنجة تمام مخو يابسهون غاجة تمام مخو كاكوداتي غاشتي شب تصوري إجي نو باهر ديك ودواجيجو غادا حشكو دغزغزا ودحزاقون زكو دوغازري دو تأول أقول زمان نو بس تصور نوبري نظرهم دشب سو هم دياب هدي غاقون زمان هم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Я прошу Аллах сохранит и оберегает нас. Спасибо всем большое. Казбек Валерьевич Коков участвует в международном форуме «Россия. Исламский мир» в Казани. И я хочу выполнить его поручение и зачитать обращение. Дорогие земляки, сегодня в 158-ю годовщину завершения Кавказской войны мы склоняем головы перед памятью жертв кровопролитной трагедии, одной из самых скорбных страниц многовековой истории адыгского этноса. Эхо страшной войны, ставшей результатом противостояния геополитических интересов крупнейших держав той эпохи, мы воздаем должное мудрости, дальновидности, силе духа и стойкости наших предков, сумевших, несмотря на все тяготы и лишения, сберечь адыгский этнос, остаться верными сделанному однажды судьбоносному выбору, сохранить для будущих поколений историческую родину. И эта связь времен не прерывается, благодаря чему адыги сохранили родной язык, традиции и самобытную культуру, добились значительных успехов в социальном и экономическом развитии и сегодня в единой многонациональной семье строят свое будущее в составе нашей сильной и могучей страны России. Уверен, великое наследие, вековые традиции преданности Отечеству всегда будут служить прочной основой успешного развития Кабардино-Балкарии, залогом новых достижений и процветания народа республики. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков. Новосапкам, шагут хважу, но бари дешево махал подтягу. Газом ачет зазикону, газом дезертитен диубау, как вам, я саудок же хуй сарапши, я пожгеб садитше, все мы как любые сану. Дорогие друзья, присоединяюсь к тем пожеланиям нашего главы республики Казбека Валерьевича Кокова, хотел бы сказать от имени всех тех, кто уполномочил меня в Международной Черкесской ассоциации, и от имени тех жителей, которые разделяют с нами наши взгляды, подходы, историю народа, происходившие в годы Кавказской, если не жизнь, то родину. С каждым годом это событие отдаляется от нас. Уже минуло 158 лет, но не заживает народная рана. Это страшный урок истории. Это огромная трагедия, воспоминания которой сегодня заставляют содрогнуться от ужаса и боли. Для адыгов, черкесов, Кавказская война стала национальной катастрофой. Только десятая часть народа осталась на своей исторической родине. Остальные погибли или оказались разбросаны по всему миру.
Нелегкой была судьба многих, оказавшихся на чужбине. А адыгский черкесский народ, переживший эту трагедию, не озлобился, не сломился под ударами судьбы. И сегодня находит общий язык с другими народами, с которыми проживает рядом. Связав судьбу однажды с Россией, народ остался верен своему выбору. Время подтвердило его правильность. Адыги сохранили историческую родину, свой язык, культуру. Адыга-Хабза. В соответствии с конституцией нашей страны, Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Адыги принимали черкесы наши соотечественники, и у нас общая история и общее будущее. Дорогие друзья, не будет преувеличением, если сказать, что в современном мире практически нет стран, у которых была бы бесконфликтная история. Трудно найти такой народ черкесы, как и другие наши братские народы, помня о трагической истории, живут и развиваются в нашей взаимопомощи и боевого сотрудничества, как до Кавказской войны, так и после нее. Дружба и сотрудничество зародилось еще в 1553 году. Взаимовыгодный военно-политический союз между русским государством и Кабардой был заключен в 1557 году. Более тесными это в 1561 году. Потомки ее братьев, перешедшие на службу к царю, воевали и основали будем Харатшону Горасу Сапсон, я Дигатапкун, Аздаштау, Унафа, Ирахамугинучи, Сангатап, Сидарихага, Сумут Саватуну. Объявляется минута молчания. Спасибо. Об уроках Кавказской войны говорят сегодня на круглых столах, траурных митингах и других памятных мероприятиях. В этот день нас поддерживает весь многонациональный народ Кабардино-Балкарии. И я выражаю всем вам глубокую признательность и уважение. Считаю, что все мероприятия, будь это трагические даты или же праздники, должны сплотить народ. Только в единстве мы видим наше будущее. К сожалению, как мы сейчас слышим, находятся силы, которые хотели бы продолжать сеять межнациональную рознь. Уроки Кавказской войны требуют от нас мудрости, взвешенных решений, доброжелательного отношения друг к другу. Межнациональное согласие не должно быть принесено в жертву ничьим амбициям и интересам. Жить в мире согласия в единой многонациональной семье, вместе противостоять любым невзгодам, быть друг другу опорой. Только такой путь является для поддержки соотечественников, подчеркиваю, проживающих за рубежом. Мы вечно будем помнить и будущими поколениями сохранить память о трагических событиях. Зачар быту зазгажа, лоба дунем шагочар, тамам кузгуруан, тара загапу, загусу, адыгам жаа, саташвот, зачиначе казачку и гонцапам сейташ жаи. Дегери задгаву, эфри задгаву, дунем загусу тетен хамис, уводят дуне, узнакого зэйсм загусам дыш. Огромное спасибо пришли поддержать нас. Мы вместе и будем и нашей республике, и великой России крепить. Музей открывается выставка «Письменный музей». На Кабардинской улице выставка художников адыгских. В Кабардинском театре просмотр фильма-спектакля Абхазского молодежного театра «Последний». Thank you.
Залина.
Ну, вот это для живых, армальков, и